Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы начинаем проходить последнее дополнение для The Evil Within, которое называется Палач. Давайте приступать, никогда не играл, знаю только то, что оно от первого лица, и мы будем играть за сейфа голового. Давайте веселиться, решил все-таки уже закончить всю эту тему с вазелином, потому что натянется достаточно давно. Пора заканчивать, последнее дополнение и все, и конец, погнали. Вроде как здесь просто развлекалово, я не знаю, какое-то дополнение по продолжительности, а после него мы начнем проходить, ребята, дополнение для Prey, которое называется Moon Crash, по-моему. Говорят, хорошее. Эксплуатационные испытания системы STEM. Предмет эксперимента процесса выхода из системы, проведенный с привлечением подопытного Визерса. Необходимо оказать содействие подопытному отцу в спасении его подопытной дочери. Отчет об исследовании 82347. BX. Мёбиус. Ваша дочь находится внутри системы STEM. Она подключена к ней и не сможет самостоятельно из нее выйти. Чтобы освободить ее, вы должны также подключиться к STEM и ликвидировать всех остальных подопытных, будучи внутри системы. Ваш облик в системе STEM будет не тем, к которому вы привыкли, но это для вашего же блага. Вы сами в этом убедитесь. Под влиянием STEM память вашей дочери будет постепенно стираться. В конце концов, она станет одним из существ системы STEM. Мы окажем вам поддержку, но вы должны действовать, пока не произошло непоправимое. Наверное, за один заход пройду, скорее всего. Тут какое-то испытание на время, судя по всему. Ага. Это забавно. Тут тоже, я так понимаю, будет сюжет. Ну-ка. Это присаживаться, да. Это атака. Это получается... Я понятия не имею, что это. Кружок у нас. Это схватить, я так понимаю, да? Да. На квадратик ничего, нет. На треугольник еще удар. Ага, забавно, давайте проходить. Директива Мёбиуса 01. Директива Мёбиуса 01. Установить синхронизацию. Последний подопытный успешно внедрен. Проведена синхронизация с сейфоголовым существом. Вы можете использовать нашу несущую частоту для поиска остаточных следов сильных эмоций. Новые директивы будут передаваться и размещаться в пространстве эксперимента. Ну давайте. Идите к особняку Викториана. Монетку взяли какую-то. Не знаю, что это такое. Понятия не имею. Какой-то аркадный режим, я так понимаю. Главное, чтобы он был веселым. А бежать-то можно? А, да, можно. Все, забыл уже все управление. Оно тут точно такое же, как и в оригинальной игре. Плюс-минус. Тут вообще есть ачивка, которую дают за прохождение этого дополнения без урона. Но я вряд ли справлюсь, потому что играю впервые. Хочу просто получить удовольствие. Ну и развлечься. А то в последнее время у меня очень много сложных прохождений, которые очень сильно давят на нервы. Тук-тук. Кто-нибудь есть здесь? Давай-ка, наверное, обойдем здесь все и посмотрим. Честно говоря, даже немножко соскучился я по вазелину. Я так смотрю, там никаких дополнений беседка не анонсировала для второй части. Видимо, не будет. Здравствуйте. Швырните врага, бейте противника, пока не оглушите его. Затем схватите кнопкой кружок. А затем снова нажмите, понятно, давай.
Бей, бей. Оп, хорошо, хватаем. Казните врага, квадратик. Зараза. Ранил меня все-таки. Еще какие-то монеты получил. Ладно, окей. Проход открыт. Но ачивку я уже не получу за прохождение без урона. Я сразу пропустил все это добро. Здесь что-нибудь еще имеется? Нет, ничего. Стой. Тут еще есть атака, когда бежишь. 10 монет у меня уже есть. Интересно, зачем они нужны? Это просто, типа, как будет итоговый счет? Ладно, потеребонькали дальше. Ку-ку. Ищите свою дочь. Ладно, сейчас разберемся. Пусто. Получил еще мо... Стой, что? Дневник дочери. Папа, доктор сказал, что ты придешь и спасешь меня. Когда же ты придешь? Тут повсюду чудовище. Я с ума сойду. Дневник дочери 2. Те другие люди вообще живые или мертвые? Постой. Ага, то есть можно прокачивать как раз таки монетами. Чтобы поставить такую ловушку, достаточно бросить ее. Попавших в нее врагов можно казнить. Ладно. 60 монет нужно для прокачки. Погоди-ка. Общее повышение скорости ходьбы. 40 монет нужно. Это у нас... Уменьшение урона. Ага, хорошо. Повышение максимального уровня здоровья. Нет, все-таки мне кажется, дополнение будет не коротким. Ладно, разберемся чуть позже. Вот у меня есть еще 3 ловушки. Ясно, понял тебя. А это можно сохранить игру. Да, все правильно. Пошли исследовать особняк. Вон есть аптечка. Ну, наверное, нужно было оставить ее на попозже. Мне так кажется. Смотри. Нет, это не открыть. Мы можем зайти пока что только вот сюда. Что там? Подожди-ка, сканер памяти L2. Ага. Дневник дочери 3. Я видела дяденьку, который убивает монстров. Наверное, мне надо сходить к нему и спросить, что случилось. Он может знать папу, но вдруг он тоже окажется чудовищем. Поэтому все свои записки и вещи я оставлю здесь. Найдите файл Мёбиуса. Есть вот еще что-то? Не могу взять. Странно, почему? А почему нельзя взять? Детали, странно. Файл Мёбиуса я здесь не вижу. В таком случае выходим. Погоди-ка. Опять же, тут все закрыто. Может быть, внизу что-нибудь есть? Вот. Директива Мёбиуса 02. Ага. Ликвидировать подопытного СВ-212, убийца. Данный эксперимент посвящен изучению методов извлечения личности из пространства STEM. Ваша цель – спасти дочь, помещенную в STEM путем уничтожения остальных подключенных подопытных. Подопытный СВ-212, осужденный за убийство, полностью подчинен
STEM. Его влияние растет, он нарушает паттерны памяти вашей дочери. Ликвидируйте SV-212 и проведите оценку состояния дочери. Дополнительная информация. STEM постепенно стирает воспоминания подопытного, а также изменяет его личность и внешний вид до тех пор, пока не подчинит себе полностью. Изучение данных инцидента Рувика показало, что сущность по имени Рувик смогла покинуть систему STEM и перейти в физическое тело подопытного Лесли Визерса. Первый этап будет посвящен исследованию эффектов ментальной деградации, вызванных STEM, при более типичных способах выхода. Передача информации извне и отслеживание объектов в системе STEM осложняются ошибками и временными задержками. При разрешении любых ситуаций полагайтесь на собственные суждения. Статус подключения. 7 подопытных. Подросток женского пола, детектив. Один из братьев-близнецов, осужденный за убийство, пациент психиатрической клиники, солдат в отставке, отец подростка женского пола. Нам сюда. Давайте-ка внимательно все осмотрим, что это такое. А, можно даже вот так вот делать. И кидать еще. Ха, забавно. Будем иметь в виду. Тут ничего. Заметить вибрацию или звук, проверьте окрестности с помощью сканера памяти. Дневник дочери 4. Дяденька сказал, что раньше он был просто убийцей, а сейчас работает убийца-чудовищ. Еще он сказал, что собирает эти забавные знаки и попросил меня их поискать. Но как только я собралась положить знак в карман, он закричал и очень страшно посмотрел на меня. Если бы я попыталась убежать, он мог меня убить. Если нет, тоже. Ладно. Странная какая-то хрень происходит. Давай вот так. Тут пусто. И здесь тоже, в общем-то. Поэтому идем только... Идем сюда. Больше ничего не остается. Помню, раньше здесь была ловушка. А она и здесь до сих пор есть. Ну-ка, давай сделаем вот так вот. Стой. Да что ты, серьезно сейчас? Ёптыть. Погоди-ка, дайте мне обратно табурет. А, да ты серьезно сейчас? Блин, открывайте, откройте дверь. А можно разминировать? Давай вот так вот. А усики? Кто-нибудь дома-то есть? Погоди-ка, знаешь, что давай сделаем? Давай сделаем вот так вот. Ну, конечно же, он, сука, блядь, не попался. Хорошо, давайте казним. Красота. А я могу забрать эту штуку? Все? Вроде да. А почему я не могу забрать ловушку? Печально. Очень печально, должен признать. Да, это мы знаем, что их можно тратить. Мы пока что будем собирать. Будем, наверное, повышать в первую очередь дамаг от оружия, чтобы быстрее расправляться с противниками, а потом уже все остальное. SV-212. Ну, погнали. Аптечка. Пока ее использовать не будем. Что-нибудь здесь у нас есть? Пока не вижу. Погоди-ка. Сначала я хочу осмотреться. А, ну, вроде ничего нет. Пошли. Пошли. Стенограмма подопытной СВ-212. Ни о чем таком меня не предупреждали. Временная отметка 1. Эти ублюдки ни черта не умеют драться. Временная отметка 2. С той старой коргой, которая запихнула меня сюда. И то было бы прикольнее развлекаться. Отметка 3. Какого черта здесь делает ребенок? Я думал, тут одни безмозглые зомби. Какой еще папа? Что за херня? Я-то тут при чем? Временная отметка 5. Так и знал, что малолетке нельзя доверять. Решила прикарманить мою добычу. Отметка номер 6. Какого черта? Я слышу, как кто-то шепчет мне на ухо. Отметка 7. Решили влезть мне в голову? Думаете, вы меня раскусили? Временная отметка 8. Не смейте мной командовать. Временная отметка 9. Куда подевалась эта милая малышка? Должна быть где-то здесь. Временная отметка 10. Теперь я знаю, что вам от меня было нужно. Так вот, зачем вы заманили меня сюда. Отметка 11. Думаете, я подопытная крыса? Думаете, взяли меня голыми руками? Да я вас всех порешу.
Ликвидируйте садиста. Ну, давайте попробуем. Ага. Понял тебя. Сейчас, скорее всего, будет кто-то с бензопилой. Что делаем? Ага, я тебя понял. Давайте, сукины дети, подходите. У меня тут свежие пиздюля. Хватаем. Готов. Следующего давайте. Готов. Что там было? Подожди-ка, стой. Это детали. Теперь я почему-то могу их брать. Садист. Ну давай. Давай, подходи, сука. Да чтоб тебя. Там еще и мелочь сейчас подоспеет. Ага. Давайте, уроды, подходите, суки. Ну его так замедлили, нехило, я смотрю. Прям нехило замедлили. Подходим, подходим. Ты чё, сука, охренел? Еще мелочь. Берем аптечку. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Готов. Ну это вообще прям было легко. Боевка немножко кривовата все-таки. В магазине теперь можно приобрести бензопилу. Оу. Найдите файл Мёбиуса. Это забавно. А, погоди, стой, где? Вот. Ага, ликвидировать подопытного СВ-207 близнец. После ликвидации СВ-212 деградация памяти вашей дочери существенно замедлилась. Можно предположить, что его влияние на других подопытных также нейтрализовано. По нашим данным, ваша дочь в настоящее время перемещается. Вероятно, вместе с подопытным СВ-207 ликвидируйте его. Данные этого эксперимента позволят нам проанализировать динамику и стабильность подчинения личностей системой STEM. Дополнительная информация. Система STEM использует подчиненные для генерации волн, подавляющих память и волю других подопытных. Эта функция, в свою очередь, ускоряет их подчинение STEM. Для определения влияния, которое оказывает устранение подобного ретранслятора на нестабильное извлечение подопытного в требуемом состоянии памяти, необходимы дальнейшие эксперименты и исследования. Ладно, потеребонькали дальше, но погоди, сначала давай что-нибудь улучшим или купим бензопилу. Я думаю, это будет забавно. Стой, вот так, да? Смотрим, ловушка, нет, нам не нужна, молот. А где купить-то ее можно, эту бензопилу-то? Вот, можно ее купить, 30 монет стоит. Любимое оружие садист. Когда в ней закончится бензин, ее можно будет заправить в магазине. Давайте. Все, мы купили. Хорошо, дальше. Динамит лучше всего бросать в обездвиженных врагов. К примеру, застрявших в колючей проволоке. Не знаю зачем, если там можно просто казнить. По-моему, бесполезная трата денег. У меня осталось 17 монет, ничего больше. А, я могу. Уменьшение урона, получаемого от вражеских атак. Давайте. Пошли дальше. Пройдя зал казни, вы можете получить знаки памяти. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте посмотрим, что это такое.
Ну, кто первый, суки? Где-где-где, вижу. Ох, это было круто. Давайте следующего. Готов. И теперь ты. И... Опять? Ну ладно, давайте. И сколько это будет продолжаться? Следующий. Вон там есть аптечка, пошли заберем ее. Смотри, что-то есть. Ага, получили 10 монет. И все? Можно уходить? Пошли дальше, значит, по сюжету, которого здесь нет. Один готов, давайте следующего. Давай теперь тебя. Там что-то глазик улетел куда-то. Нет, пусто. Погоди-ка, вон там еще есть вазы, можно их разбить, я думаю. Это получается, ага, все, я понял. Это и есть те самые ловушки. Просто у меня, видимо, был максимум этих ловушек, и я не мог тогда взять. Темновато как-то. Здесь пусто. Вы можете миновать преграду, телепортировавшись к любому ближайшему сейфу. Ха. Оригинальная телепортация, да? Погоди-ка, очередной босс. Это можно было взять, погоди-ка. Вот, что-то есть. Дневник дочери 5. Здесь что? Все превращаются в монстров. Тут появился еще один дядька высокий. Я с ним погуляла, потому что он заблудился. А он говорит, что не помнит, откуда пришел. Он все время говорит со своим братом, а я его не вижу. Меня это расстроило, и я решила уйти. Тогда он погнался за мной. А когда я оглянулась, он уже превращался в одну из этих тварей. Неужели я тоже превращусь? Здесь все очень странно, как будто бы все, что было здесь до меня, было давным-давно. Вот есть аптечка, но она опять же мне не нужна. Ничего. Стенограмма подопытный СВ-207. Близнец. Потерявшиеся дети. Временная отметка 01. Братишка, как же я рад тебя видеть. Без тебя было просто невыносимо. Временная отметка 02. Я пришел сюда, чтобы спрятаться, чтобы найти покой. Почему-то я знал, что встречу тебя здесь.
Времена отметка 3. Да, знаю, мы согласились помочь. Но сейчас я не уверен, стоило ли это делать. Четвертая отметка. Нет, я меняюсь. Посмотри на мое тело. Разве ты этого не видишь? Но почему не меняешься ты? Времена отметка 5. Знаешь, я чувствую, что это не только мое тело. Наш разум тоже меняется. Отметка 6. Как думаешь, для чего здесь эта девочка? Вряд ли она работает на них. Этого просто не может быть. Времена отметка 0.7. Девочка сбежала. Думаю, мы... Я ее напугал. 0.8. Та часть меня, которая не я, продолжает расти. Ты тоже это чувствуешь? Девятая отметка. За мной следит фигура в капюшоне. Это смерть? И отметка 10. Мы можем поиграть. Как тогда, в детстве. Что ж там за босс-то будет, интересно? Я уже встречался с ним? Сейн, да, встречался. А, ну пошли к нему. Ничего. Давай, наверное, пробежимся и посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Ага, понятно. Да ты что, прикалываешься сейчас? Да ёб твою за ногу, хватай его быстрее. Бежим. Аптечка есть где-нибудь? Ни хрена. Бежим, бежим, бежим. Что-то есть. Да ёб твою за ногу, серьезно? Что-то тяжко. Давай еще раз, хорошо. Получается, все разрушенные ящики сохранились. Вот еще такая хрень есть. Давай! Стой, 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 стой. Короче, я понял, что нужно сделать. Я так понимаю, такими обычными атаками его... А, можно, можно, можно. Но это слишком опасно. Нужно сначала его выманить вот сюда куда-нибудь, а потом его атаковать именно гарпунами этими. Аптечка была, все забрал. Неплохо, неплохо, неплохо. Стой, 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 быстрее. Ха, прекрасно, просто прекрасно. Бежим, бежим, бежим. Давай-ка эту хреновину зарядим. Бежим. Теперь, теперь, стой, стой, стой. Ха-ха, красота, своих же убивает, придурок. Быстрее бежим. И можно еще пару ударов нанести. Да ты чё? Бежим, это опасно, слишком опасно. Не хочу проигрывать. Там где-то была аптечка, и я, в принципе, смогу на него напасть. Ух ты, у нас летающие сундуки. Ой, сундуки, господи, ящики. О, еще мелочь пришла. Ну иди сюда, говнарь, давай. Все. А в магазине теперь можно приобрести наивысший ранг максимального боезапаса. Что бы это ни значило. Найти файл Мёбиуса. Сейчас найдем. Погоди-ка. Вот.
ликвидировать подопытного, детектив. Деградация памяти вашей дочери замедлилась, однако Стэн продолжает подчинять себе оставшихся подопытных. Единственный из них, кто по-прежнему находится в доме, это детектив СВ-204. Получите доступ в соответствующую зону, ликвидируйте его. Дополнительная информация. В настоящее время мы не можем с определенностью утверждать, что смерть подопытного и устранение его влияния предохраняет память от деградации. Остается вероятность, что на память подопытных влияет некий неизвестный фактор. Следует проанализировать паттерны перемещения девочки и уделить особое внимание неожиданным феноменам. Ну там примерно еще сколько дверей осталось? Вот это вот и еще одна, и все. У меня аж 97 монеток. Можно что-нибудь прикупить? Смотри. Нет. Ну, не знаю. Нет. Повышает максимальный уровень здоровья. Давайте, наверное. Потом здесь у нас уменьшение урона, получаемого от вражеских атак. Нет. Повышение скорости ходьбы. Давайте. Нужно 50 монет, чтобы увеличить урон. Давай-ка, наверное, подкопим все-таки. Получается, смотрите. Опа, а эта дверь тоже открыта. Забавно. Хватаем. Где-нибудь есть что-нибудь? Еще монеты. Мне нужно 4 найти, тогда я смогу увеличить урон от оружия. Блин, подожди. Да что такое? Да етить колотить. Он там ничего нет. Он не может разломать. Друг. Иди сюда, иди, уродец. Эй, я здесь. Ну давай же, блин, а, не тупи. Все, я здесь. Не уходи, иди ко мне. Долго он, конечно, думал. Еще монетки. Теперь можно увеличить дамаг. Ну да ладно, пошли пока так. Используйте сканер памяти для поиска потайной двери. Уже нашел. Да чтоб тебя, блин. Получили монетки, но погоди-ка. А чё я оказался здесь? Я же убивал его вот тут. Игра, ты забавная. Дневник дочери 7. Я в порядке, похоже, с дядькой в очках лучше не разговаривать. Его смех до сих пор у меня в ушах звенит. Вряд ли он помнит, кем был раньше. Наверное, чтобы не сойти с ума, мне надо думать о том, что я буду делать, когда наконец выберусь отсюда. Охренеть. Тут у нас закрыта была ловушка, я помню. С этой стороны что? Нужно все осмотреть, прежде чем мы отправимся к той двери. Давай куда-нибудь его швырнем. Следующий. Еще монетки получили, уже 65. Погоди-ка. Ничего здесь нет. Нет. Погоди-ка, а вот тут?
Еще 5 монеточек. Здесь пусто. Друг, ну ты зря сюда пришел. Да где там он? Ох, было красиво. Но опять же, здесь пусто. Ничего нет, никаких дневников. Да, кстати, за крыску тоже дают, оказывается, монетки. Будем иметь в виду. Аж 10 дали. Погоди-ка, ну это дверь с другой стороны. Я тебя понял. Здесь должно быть письмо дочери очередное, 6-е. Я его пропустил. Где-то оно здесь. И еще 10 монет. Аптечку забираем сразу. Пусто. А можно подняться наверх? Похоже, нельзя. Нет, ребят. Письмо я где-то профукал. Нет его здесь. Ладно, в таком случае пошли к той потайной двери. Может быть, она там оставила свое письмо. Сюда же я заходил. Сюда заходил и выходил, да, в ту комнату. Через эту. Может быть, здесь? Ничего. Можно улучшить, я так понимаю, что-нибудь. Ну, давайте так и сделаем. Вот, раз. 80 монет нужно. Ладно, подкопим еще. Детектив, этап 5. В ходе четвертого этапа подопытный детектив демонстрировал периодическую утрату самоосмысления и безотчетные суицидальные тенденции. Мы насчитали как минимум 4 попытки. Также наблюдалась поэтапная деформация тела подопытного. Несмотря на первоначально положительную динамику восстановления, теперь этот процесс развивается в обратном направлении. К настоящему времени подопытный полностью утратил самоосмысление. Внедрение чужого сознания является неотъемлемой частью подчинения STEM. Память подопытного дезорганизована. Речевые навыки минимальны. Ликвидируйте Джозефа Оду. Нифига себе поворот. Опять Джозефу достается. Да, вот и я. А он еще и с оружием. Почему он с пистолетом, а я, блин, с какой-то херней? Погоди, стой. Это ни хера не вариант. А он наверху. Ёптыть, мне, значит, надо вниз. Есть еще аптечка здесь, будем иметь в виду. Тут у нас монетка одна. Где он? Вижу. Где? Да чтоб тебя. А ну стоять. Да ты чё? Я половину снял ему, пошли лучше подлечимся. Пошли подлечимся. Где этот говнарь? Направо? Он наверху же, правильно?
Да. Получай, сукин ты сын. Теперь этот засранец, где он? Он спрыгнул, что ли? По ходу дела, да. Бежим, 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 бежим вниз. Какой же ты, сука, шустрый. Подожди. Где? Куда он уходит? Ни хрена ты не уйдешь, сучара. Как же приятно быть боссом. Все. В магазине теперь можно приобрести коктейль Молотова. В магазине теперь можно приобрести наивысший ранг скорости передвижения. Проход открыт. Но я же где-то пропустил очередную запись. Погоди-ка, архив. Дневник дочери. Всего 14 дневников. То есть, по сути, половину я прошел. Но один дневник я пропустил. Чё за фигня? Здесь тоже я половину нашел записей. И тут мучения. То есть, еще тут какие-то нужно расчлененки делать, да? Ясно. А где же я пропустил-то? Погоди-ка, постой. Все, нужно теперь 100 монет и будет дамаг самый большой. Здесь нужно 70 монет, понизим дамаг от врагов, давайте. Не хватает мне для увеличения здоровья. Коктейль Молотова, опять же, не купить, это не заправить. Можно купить, давайте, пожалуй, лучше сэкономим. Стой, ну где же я мог пропустить ее дневник? По-любому же наверху. Я, оказывается, здесь пропустил комнату. Поняли где, я надеюсь. Ну, давайте ее осмотрим. Вот. Дневник дочери 6. И все-таки, как я сюда попала? Очень хочу вспомнить, но не могу. Кажется, я лечилась. Но почему нам с папой это не нравилось? Он говорил, что Рубен может мне помочь. Но сам ему не верил. Все равно надо попробовать. А вот оно как. Есть еще монеты. Погоди-ка, а сюда можно же пролезть, правильно? Да, можно. Но крыску я убить не могу. Хотя она сейчас выбежит, и я могу ее стукнуть. Какой же я маньяк все-таки. Это что такое? А, вот. Все, можно уходить. Можно уходить. Давайте в таком случае разделим на две половинки. Вот, и следующая часть появится в ближайшее время. Дополнение, конечно, мягко говоря, так себе. Но такое фановое, чисто поржать можно. Я думаю, пробежим уже, чтобы просто, ну, иметь представление о том, что из себя это дополнение представляет. Масло масляное, конечно, но надеюсь, вы поняли суть. В общем, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Также не забывайте подписываться на канал, на Google Plus и Twitter. Там вся информация, новости канала. Подписывайтесь также на Twitch. Там проходят трансляции. На дополнительный канал. Там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. Ну а на сегодня все. Давайте, ребята, всем пока.